Здесь, на татарской земле, наконец-то состоится наш праздник «Играй гармонь». Сколько уже лет собирались встретиться, и наконец-то вот встречаете праздник? Ну как, с хорошим настроением. Правда? Да. Вы любите эти праздники? А как они называются? Ну, они «Играй гармонь». «Играй гармонь». А «Сабанту» это другой праздник? Другой. А вы татарка, да? Татарка. А вот как по-татарски гармонь? Гармонь есть гармонь. У меня сын играет вот на гармошке. Вдвоем они играют. Денис Мирзануров, Айдар Хисамиев, вы их видели. Вот. Уж они очень долго ждали вас. Прямо с зимы ждали они. Я давно слышал, что в Татарстане живет Рустем Валеев, молодой гармонист, заслуженный артист Татарстана. И вот, наконец, здесь на празднике в набережных Челнах мы повидались. Как ваше настроение? Прекрасно. Прекрасный праздник. Это что, все ваше хозяйство? Мы встретились как-то с вами. Да. Это все ваше? Или... Да, еще дома остался. Еще дома. Потому что не поместился машину. Ну-ка покажите что-нибудь, без лишних слов, как говорится. На трех гармошках. Давайте. Впервые. Я еще никогда такого не слышал. Значит, это губная и две руки одновременно. Хорошо. Я еще могу сыграть на сигарете. Как на сигарете? Я вот не курю, так не понимаю. И правда сигарета. Мальборо. Реклама, да? Рустем, если бы еще дымок пошел, совсем было бы здорово. А это что вот? Остальное? Можно Баха сыграть на хромке? Ну-ка. Или нет? Можно. Можно? Фрагмент. Это самая обычная хромка, да? Обычная. Похоже на нижегородское производство. Киселев делает у нас в Казани. А, ваш мастер, да? Thank you.
Покажите еще что-нибудь татарское, если можно. Или... Ну, на хромке то, что это татарский можно. Нет, а вот это что за инструмент? Это саратское. Обычное. Да, обычное. Спасибо, замечательно. А вот это? Это вот так вот играется. А вот это? Калинка малинка. Прекрасно. И вот это еще мы не познакомились. Старенькая какая-то гармония. Итальянка, это татарская народная. Чисто татарская, да? А чем она отличается от русской? А я даже не знаю. Строй, наверное, здесь седьмая повышенная есть. Летіла зозуля згори та й в долину, та й сіла кувати коло Моготина, та й сіла кувати коло Моготина. Десь ти, зозуленько, моє горечуєш коло моєї хати, на калині куєш. Зозуля кувала, про доньку сказала, що моєї неньки на світі не стало. Добігла до хати, стала на порозі, забилась серденько, покотились сльози. Ой, матінко, мати, де ж тебе узяти? Чи піти купити? Чи намалювати? Наїхали маляри здалекої сторони, змалювали неньку на білій основі, змалювали очі, змалювали брови, та й не змалювали щирої розмови, та й не змалювали щирої розмови.
Давайте познакомимся. Ну, меня зовут Денис Сергеевич Абрамашвили. Грузин. Грузин. Не надо звали. Да, совершенно наверное. Тоже умеет танцевать. Мы, наверное, сделаем так. Я татарский танец, танцевальный, наверное, по-грузински будет плясывать. Так а кто же он по национальности? Битис. Битис? Да. Можно тебя спросить, как тебя зовут? Давид. Давид, а ты себя считаешь татарином или грузином? Грузином. Грузином? А почему? Ну... Фамилия скажи. А. Фамилия и зовут. Халибуллин Махмуд Идиатович, участник Великой Отечественной войны, который побывал на пяти фронтах,
сначала хасанское событие до конца Берлина. Я освобождал Молдавию, Белоруссию, Украину, затем Польшу, взял Берлин и дальше прошел. А сколько же вам будет годков поинтересоваться? 78. 78 лет? Да-да. Ну надо же. Еще говорят, что вы плясать можете, да? Да, поднимай, живы будем, не помрем, и сыграем, и споем, и сыграем, и споем, живы будем, не помрем. Ансамбль «Калинушка», ровняйсь! Ира! Апра! Долго я наблюдала, когда сама зашила милицы, стали милицами, и я не тупала с тобой, а с тобой всегда живы. Оженик достался мне с пистолетом на ремне, оженик достался мне с пистолетом на ремне. Субординату не соблюдаю. Ничего не соблюдаю. Абсолютно. Никаких прав нет. Может быть, я замучился с ними. О, может, заборт? Так жалко ведь все-таки. Жалко. Набежавшую волну? Нет, а? не надо. А, добрый. Давайте познакомимся. Наверное, все-таки вы своего руководителя любите, да? Очень. Как его зовут? Шамиль Исламович. Шамиль Исламович? Мухаммед Алиев. Совсем не страшный, да? Нет! Oh,
культуры, искусства немыслимо ни один народ. Нет искусства, нет нации. Нет языка, нет нации. Приятно, Равгат Закиевич, видеть в ваших руках музыкальный инструмент. Разве чужой. В данном случае баян. И вот посмотрите, сколько там людей. Ну как вы думаете, сколько там? 50 тысяч. 50 тысяч. И как часто проходят такие праздники на вашей семье? Ну, во-первых, три раза точно мы проводим такие крупные праздники. Примерно столько же людей собирается, столько же радости, столько же вдохновения. И вот это нам помогает жить. Я вам скажу, у татарского народа у него особая душа. Я не хочу никак вот сопоставлять русских, татар, там, другой национальности. Но людей, живущих в республике Татарстан, у них особое чувство. Татар говорит, нычке кумель, то есть очень тонкая душа. Это я заметил. Я хотел вот через этот праздник каким-то образом дать дань уважения гармонистам, которые у нас есть в Челнах, гармонистам, которые живут в Республике Татарстан. Когда мне вот тяжело и когда мне радостно, я всегда беру, ну, там, баян уже сегодня, ни гармонию, ни итальянку. Я стараюсь каким-то образом себя отвлечь. Я просто хочу вложить туда душу, насколько у меня получается. Я не профессионал, я любитель, но любитель достаточно большой. Очень приятно. Слушаем вас. Ножиком зарезали и мясо не едим. Трактор ножиком зарезали и мясо не едим. В роще моей пел соловей, спать не давал тёще моей. В роще пойду, у русского я, спи спокойно, тёща моя. В роще пойду, у русского я, спи спокойно, тёща моя. Эй!
голове. Не растут цветочки, а растут они в траве. И на каждой почке, если волосы растут, значит, ты сажаешь, чуть-чуть сажать цветы. Нам не разрешают, хорошо бы сделать так. Фиг срезать все кудряшки на малышке графине. А вот на кошке хорошо бы сделать так. Фиг срезать все кудряшки на макушке красный мак. А вокруг ромашки. А сестренка слезы, я все маме расскажу. Убегу и спрячусь, вот возьму и посажу. Ей заяц на кактус, хорошо бы сделать-то. Фиг срезать все кудряшки на макушку красный мак. А вокруг ромашки, хорошо бы сделать-то. Фиг срезать все кудряшки на макушке красный мак. А вокруг ромашки. Научиться бы еще сеять землянику, вот была бы голова. Голова, что надо, лес, цветы, трава, трава. Тишина, прохлада, хорошо бы сделать. Срезать все кудряшки на макушке красный мак. А вокруг ромашки хорошо бы сделать. Срезать все кудряшки на макушке красный мак. А вокруг ромашки. Вот так. Mm-hmm.